Всем привет! Сегодня 31 декабря, последний день 2017 года. Значит, сегодня мы посмотрим мини-обогреватель, вот, который может запитываться от солнечной батареи. Значит, вот у нас солнечная батарея. 2 по 100, 2 по 100 солнечных панелей. В общем, 200 ватт. 12 вольт. Значит, здесь у нас какой беспорядок творческий. Ну, куда без него. Так. Вот, в общем, у нас здесь представлен такой мини-нагреватель, состоящий из, значит, спирали нехромовой. Вот, закручены несколько витков. Посмотреть. Вот, если бы не дневной свет, можно было бы увидеть красный накал. Но, к сожалению, такого здесь нет. Но воспользуемся чеком. Вот, попробуем чек провести. Ой, все сразу оно разогревается, все работает. Вот, то есть, в принципе, тепло достаточно. Можно руку приложить, посмотреть, вроде все нормально. Вот. Вот у нас аккумулятор параллельно заряжается. Ну, других потребителей пока не включено. Так что смотрим, что у нас получается. На батарее идет 1 ампер. Ровно. Значит, солнечные панели вырабатывают 5,2 ампера. Так. Нагрузка у нас составляет 4,3 ампера. То есть вот такая вот мини электронагреватель.